Друзья специально решили сделать видео для тех друзей, кто оказывает поддержку центра, но не может приехать в центр. Кто, например, живет в России, но не в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, а где-то дальше. Видео сразу же такое непрофессиональное будет, но мы с большим удовольствием немножечко из жизни центра в таком живом режиме сделаем. Так, здесь у нас гости центра и Андрей. Здрасте, здрасте. И идем дальше. Сейчас мы заходим в центр. Обычно здесь начинается экскурсия. Вот наш знак геолокации. Основной корпус. Отсюда начинается экскурсия. Сейчас немножко пройдем по центру. Здесь у нас вольер, где альпаки, лосята и мини-хорс Майк. Идем дальше. Как обычно, идет и экскурсия, и ходят волонтеры, которые приезжают помогать. Здесь у нас Гоша, Бусинка и Тори в своих новых вольерах. Сейчас немножко покажу наших волонтеров. Сейчас идем в дальний корпус. Здесь у нас Анна. Аня небольшое живое видео делает для тех, кто в центр не может приехать физически, но хочет посмотреть. Да. Так, дальше движемся. Вот наши еще волонтеры. Да, Дим видео снимает для тех, кто в центр не может приехать, кто не в Питере живет. Так, дальше идем. Нет, я не дразнишь, я показываю, как люди, кому помогают. Так, идем дальше. В центре постоянно и приезжают помогать волонтеры, и проводятся экскурсии ежедневно с 13 до 17. Так что дальше идем по центру. Вижу, лоси вышли встречать. Гороха, горош, ты... Хорошая. Хорош. Так, здесь у нас группа экскурсионная. А, секундочку, я на камере. Сейчас, да. Здесь у нас экскурсионная группа и Сергей. А я, Сереж, тебя снимаю для тех, кто в центр не может приехать, но хочет посмотреть, как дела. Вот наш на геолокации. Вот здесь лосиный дом. И кто у нас тут? Кто у нас тут? Здесь у нас Добрыня. Спасибо за винички, что сегодня привезли. Так. Здесь гостинцы, которые привезли. Также Александр сегодня нам привез цыплят, будем рисовать. А здесь у нас Николай. Еще и Николай. Да. Я лайв снимаю для тех, кто не может в центр приехать. Привет. Да, привет. Я ведро привезла, сейчас проверю. Да. Так, идем дальше. Здесь у нас склад угля. Спасибо нашим волонтерам, что его попасовали. И здесь первый день переехала Молли на улицу. Сейчас немножко Молли. Молька. Молли, ты где? Вот Молли. Так, звуки слышите? Это у нас идет стройка. Идем дальше. Самый центр центра. Так.
Десиня. Так. Так, и сейчас наша Ксения, один из волонтеров центра, и еще одну экскурсию начинает проводить. Сейчас у нас экскурсию ведут Женя, волонтер центра, Сергей, Дейрка, его видите, Александр, который нам постоянно помогает. И сейчас как раз Ксения начнет проводить группу, которую мы видели в самом начале видео. Идемте дальше. Справа идем Лисы, Бук, Маня, Рика, Алиса. Здесь у нас яблоки, которые им нужна фасовка. Сегодня будем фасовать. Это уже перебранные овощи, фрукты. Здесь многие из вас, наверное, видели. Недавно нам подарили домик для хранения овощей и фруктов. Вот он какой. Так, идем дальше. Идем мимо носика с хвостиком. Вот, зевает уже, все, спать пора скоро. Вероника, я не умею вести экскурсии. Женечка, а я видео пишу лайв, да. Так, здесь вот у нас экскурсия идет. А вот здесь на Сашу. И крепкий нужен. Так, прошли нашу экскурсионную группу. Здесь вот Маша с Дашей. Все веселятся. Так, идем дальше. Летим дальше. Луша. А я лайв пишу. Да. Убирать сено и какашки. Вот. Мы абсолютно уверены, как... Да-да-да, мы все любим убирать сено и какашки, не только. Дальше летим. Да? Да, потому что так это понятно. Вроде все они здесь, но. Да, не все готовы сено и какашки убирать. Этого, да. На алюминь, не все готовы сено и какашки убирать. Это алюминька. Да, это вон огромный лось, да, это уже алюминька. Алюминь. Да, ты любишь сниматься, да. Алюминькин. Нет, это был другой маленький лось. Да, да, Люма, да. Так, полетели дальше. Тони уже, похоже, спит. Потапа спать вовсю собирается. Вон там наверху кошки ходят, Тони и Потапа. Вот они, у Тони уже обе кошки. Полетели дальше. Летим. Вот тут наш шумный парень. Да? Да. Дальше полетели. Так. Джеки хочу вам показать. Джеки и Джесси. Вот они тут. Вот они тут играют. Бегают, прячутся. Оп. Ох. Ворчуны. Так, здесь у нас идет во всю стройка. Строим Маше, Даше вольер. Вот у них новый вольер их. Так. Дальше идем.
царапает руку, потом всю жизнь останется, летит за будет. Так, сегодня к нам в гости еще с вашей очень компанией, с гостинцами. Приехал папа львицы легенды, которая сейчас вместе с нашей Бонни в Тайгане находится. И это Тёма. Тёма, пишу лайв для регионов России. И кто не в России, юрелица помогает. На коне он. А сейчас я лайв пишу. Сейчас, секундочку. Ну все, и заканчиваем видео.